страшные скидки. Всем привет! В сентябре самое время подумать о защите ног в дождливую погоду. Когда-то индейцы Южной Америки обмакивали ноги в сок каучукового дерева, чтобы защитить их от влаги. Он высыхал и превращался в резиновые сапоги. Мы экспериментировать не будем, лучше воспользуемся скидками, которые предоставляют различные сайты. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Сапоги могут быть изготовлены как из натурального материала, так и из ПВХ. Если сапоги легкие, значит, они из синтетического материала. Каучук гораздо тяжелее. Сапоги из натуральной резины более качественные и прослужат дольше. Однако сейчас найти в продаже такие задача непростая. При выборе сапог из ПВХ спрашивайте у продавца сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение. Информацию о материале сапог также можно найти на специальном вкладыше, ярлыке или подошве. На поверхности сапог не должно быть белесого налета. Такие дефекты могут стать причиной протекания обуви. Тканевые вставки, если они есть, должны быть прочно склеены. Подошву лучше выбирать рельефную, чтобы не упасть, если с утра подморозит. Кроме того, между основанием сапога и подошвы не должно быть зазора, иначе обувь может промокать. Следует избегать негнущейся подошвы. Если ходить в сапогах будет неудобно, вы получите излишнюю нагрузку на позвоночник. Примерять резиновые сапоги надо на плотный носок, ведь сами по себе сапоги не греют. Кроме того, помните, что вам должно быть удобно в сапогах сразу же. Форму ноги они не примут и не разносятся. На сайте ASOS ботинки Челси цвета хаки на массивной подошве сейчас можно купить за 2890 рублей. Для тех, кто впервые зарегистрировался на сайте, предусмотрена приветственная скидка в 20%. Чтобы ее получить, нужно воспользоваться промокодом. На сайте Озон резиновые мужские сапоги Траван сейчас предлагают со скидкой в 37% за 2500 рублей. Сапоги высокие до колен, цвет хаки, отвороты из ткани на кулиске. На том же сайте резиновые мужские сапоги Данлоп без отворотов можно приобрести за 2390 рублей. На сайте Wildberries на детские резиновые сапоги на шнуровке действует скидка. Сейчас их можно приобрести за 1468 рублей вместо 2590. Есть выбор цвета. Сапожки представлены в темно-синем, белом, бледно-розовом, ярко-розовом и черном цветах. Страна-производитель Россия. На сайте Decathlon женские резиновые сапоги Fuganza сейчас можно купить за 1799 рублей. Обувь представлена в черном цвете. Есть весь размерный ряд. На сайте Norman резиновые ботинки Norman Beat продаются со скидкой за 1725 рублей. Их прежняя цена – 1920. Ботинки черные с красной подошвой. В наличии все размеры, кроме 43-го. Чтобы защитить ноги от прямого контакта с резиной, купите сапоги с утеплителем. В изделиях высокого качества используется хлопчатобумажная ткань. В утепленном варианте это может быть мех, байка, флис. Приобретайте сапоги со съемными стельками или со съемным утеплителем-носком. Они предохраняют стопу от охлаждения, частично впитывают влагу, и их можно сушить отдельно от сапог. Чтобы поверхность сапог оставалась глянцевой и блестящей, можно время от времени протирать их тряпочкой, смоченной в растворе глицерина. Сушить на батарее резиновые сапоги не следует. Склеенные элементы могут не выдержать перегрева и начнут пропускать воду. Помните, что резиновые сапоги практически не пропускают воздух, поэтому не следует носить их более 3 часов в день. Кроме того, чтобы не создавать парниковый эффект, не следует носить резиновые сапоги на синтетические или капроновые носки. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.